Наша пациентка хочет немножечко улучшить или омолодить область шеи. Что беспокоит? Это кольца Венеры в области шеи, которые, собственно говоря, всегда были анатомические, но с возрастом, естественно, они углубляются, да, и более проявляют себя. Вот. Поэтому мы сегодня будем активно с ними бороться. Сегодня мы будем работать с помощью проводника канюли. Вот, на самом деле, мне кажется, что это оптимальный такой проводник для заполнения складок в области шеи. Мы его выбираем, исходя из глубины складочек. Чуть-чуть головушку сейчас в стороночку. Вам удобно лежать? Да. Угу. Хорошо. Небольшой вкол. Канюлю я использую 22G. Вот, потому что складочка достаточно глубокая. Так, вводим препарат, проверяем пальцем. Все хорошо, достаточно. И немножечко его разминаем. Так, давайте другую стороночку. Как вам по ощущениям? Все нормально абсолютно. Маленький укольчик и больше никаких особых некомфортных ощущений вообще нет. Но вот здесь по тканям чувствуется, конечно, что раньше была коррекция, потому что канюля проходит очень легко. Идем еще по кольцу рядом. Работаем мы подкожно и выводим препарат. Разминаем его слегка. Вот иногда пациенты говорят, что разминание, оно даже более дискомфортно, чем само введение препарата. Еще делаем небольшой прокольчик. Угу. Вот. Один шприц у нас ушел. Итак, мы берем второй шприц. В настоящий момент я беру канюлю меньшего диаметра. Это канюля 25G. Вот. И начинаю работать уже непосредственно с тканями. Так, складочка чуть-чуть повыше, мы ее берем. Как ощущение? Абсолютно нормально. Да? Угу. Вот, синячки, которые могут быть при коррекции, надо мазать мазями, которые оговариваются с доктором уже после процедуры. Так, тоже небольшой укольчик. Вот здесь складочки достаточно маленькие, небольшие, то есть они протяженные, но не глубокие. Делаем небольшой проходик, выводим препарат, разминаем его очень хорошо. Все, введение филлера на основе гиалуроновой кислоты у нас завершено. Здесь есть небольшие синячки, вот шейка уже слегка разгладилась, но основной эффект мы будем ждать уже где-то через примерно 2 недели, 3 недели, когда произойдет стабилизация, ну, от препарата, да? Вот у вас в тканях.